В городском доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества «Долг, честь, Родина». В честь защитников Отечества артисты Муравленко подготовили новую творческую программу. Зрителям представили театрализованные номера в сопровождении живого музыкального исполнения. Муравленковцы могли увидеть переплетение исторических событий, сменяющихся одно за другим. Страшные годы Великой Отечественной войны, афганская война, подвиг наших солдат и офицеров, любовь и преданность Родине, героизм и мужество наших соотечественников. Все эти эмоции артисты постарались передать зрителю. Я часто посещаю концерты, поэтому мне очень нравится. С каждым разом все лучше и лучше. Все вообще слезы прям ручьем. Я считаю, что это очень важно для развития, для поддержания молодежи, чтобы все были просвещены, чтобы все знали своих героев. Артисты молодцы, всегда любят нас. Удивляют, всегда дарят потрясающие эмоции. Было очень таких вот много моментов, которые просто готов сорваться на слезы.